Большому человеку большой корабль. Да, это тебе, Серега. Вот, Панис Хабибулин. Платина. Александр Жданович. Платина. Нормально? Азалия. Дочь Платины. Карина с Татьяной. Семья Платины. Алексей Жданович. Платина. 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 Блин. Ольга Жданович. Готовимся к выходу на пляж. У нас прямо за окном бушующий океан. Палящее солнце. И самый лучший воздух в этом мире. Посмотрите, ребята, как здорово. И люди там. Пробую вам увеличить. Это просто фантастика. Это фантастика. И мы сейчас там будем купаться. Ребята снарядились уже обмундированием, инструментами всеми возможными. Алексей, не кричи. Сейчас. Идем плавать, да, Азалия? Да. И детей намазали. Знаете, какое это счастье иметь возможность ребенку показать океан. Океан. Показать океан. Настоящий. Какой есть на самом деле, который сотворил Бог. Здорово. И все это дает возможности компании FFI. Кто-то может сказать, мечты сбываются, да? Но я скажу, ребята, больше. Компания FFI создает наши мечты. Потому что те вещи, о которых мы даже не могли себе представить, у нас рождаются благодаря тому, что мы в этой компании. А вам судить, потому что у каждого своя голова на плечах, каждый творит свои жизни, у вас всегда есть выбор. Смотрите сами. Сейчас спустимся.